очки. Пропускает он, кстати, его впервые в карьере. Здесь никак не сможет улучшить свою статистику. Ну, а Сундбекки в этом смысле достижения Сергея выглядят несколько более весомым. И сегодня в случае победы он может стать абсолютно непревзойденным. Соответственно, мы можем уверенно плюсовать эти самые полминуты к результату, показанному шведом, и получим время Мельниченко. На финише он у нас секунд составляет. Последний отрезок получился удачным. Ну и да, теперь о самом важном, о том, что происходит пока на первом круге у нас. Сергей Устюгов следующую отсечку, о которой мы еще не поговорили, в смысле его в протяжении всего зачета этого турне, держится в десятке. Видим, как уверенно идет подъем Сергей Устюгов. Ну и очень важно, что... Из явных фаворитов, которые эту отметку уже преодолели, тут у нас Манифика лидирует. Появляется Устюгов. Еще чуть более 10 секунд у него для того, чтобы побить время француза. И у него это получается. Ну, практически в одни ноги они выходят, преодолевают более 3 километров. Что напоминаю, что... который на 6,6, как раз пятый результат имеет. Мартина Йосрода Сундбю отделяют всего-то 3 секунды. Но тут очень важно для нас и для норвежца, конечно, то, что Сундбю уступает весьма и весьма существенно. Лишь на второй странице совсем немного отделяло даже от пятой позиции. Но состояние текущее попасть на первое место не позволит. Финиширует Сергей Устюгов. И здесь интрига жива будет до последних секунд. 75 метров. Накатывает, накатывает на финиш Устюгов. Нужно выбрасывать ногу вперед. Да, практически спринтерский финиш для того, чтобы одержать пятую победу подряд в рамках Тур де Ски и стать автором абсолютного рекорда в этих соревнованиях. Никому, кроме Сергея Устюгова, не удавалось в рамках одной этой престижной декабрьско-январской многодневки выиграть 5 гонок. И уж тем более выиграть 5 гонок подряд. Браво! Фантастический год. 42 секунды и 2 десятых. Имеем в виду еще поправку на 15 бонусных секунд. Сундбю, который не попал сегодня на пьедестал, бонусов не получает вообще. Соответственно, вот мы к этим 36 секундам добавляем еще 15. И получается, что преимущество Устюгова относительно Мартина Йосрода Сундбю даже более чем удваивается. И вот это уже чрезвычайно, чрезвычайно интересно, потому что сейчас уже Сергей будет близок к тем самым искомым 2 примерно минутам, о которых он говорил ранее, что вот если будет перед финальной горой 2 минуты относительно Сундбю, то тогда можно будет чувствовать себя, наверное, более или менее спокойно и реально говорить о том, что я фаворит, о том, что я могу победить. Битва с Морисом Манифика получилась тяжелейшей. На первых километрах Устюгов был несколько быстрее. Далее он чуточку уступал. Но все-таки запаса прочности писал от пьедестала. Давайте слушать интервью сегодняшнего чемпиона. Спасибо большое. Так и получится, что ты выучишь быстрее русский, чем я английский. It happened faster that you will learn Russian than I will learn English. That's true. Well, you set a record by winning 4 races in a row. Now you've set a tour record for men by winning 5 races in a row. You keep going right through to Valdefiam. Теперь 4 подряд, теперь 5 подряд. Продолжишь также в Валдефиам? Я не знаю. Сегодня у меня был двойной стимул. Сегодня у моей мамы день рождения. Это победа для моей мамы. Мамуля, я тебя люблю. С днем рождения. Ты у меня умничка. I don't know, but today I have 2 motivations. The second one is that with my mom's birthday. This victory for my mom. My mom, I love you. You are the best. Happy birthday, mom. And you now lead the tour by 1 minute and 34 seconds. We wish you the best in Valdефьем and congratulations on today. Минута 34 теперь у тебя отрыв. Удачи тебе в Валдефьеме. Thank you.